если честно, я не думаю, что мы вообще были хуже в каком-либо показателе. Единственное, не забили голы и пропустили совсем глупый, можно сказать. Ну, это в футболе решающее. Кто забивает, тот выигрывает. Я хочу сказать спасибо болельщикам за то, что приехали, поддерживали нас, потому что часто казалось, что мы дома играем, они так кричали. И стыдно, что вот такую, ну не скажешь, что плохую игру, но такой результат показали. Да, больше искать нечего. Хорошо, если первый гол рассмотреть, он пришел как бы с правого фланга, это была крутая подача Набиуллина, или это защитники не доработали с нападающим? Почему случился гол, дали пробить? Я думаю, эта команда не доработала. Спасибо. Все-таки вот ты сказал то, что сегодня команда не доработала, и все три мяча, как бы это наши индивидуальные ошибки, но тем не менее, в чем все-таки Рубин сегодня был хорош? Что можешь отметить? В реализации моментов больше ни в чем, ни в самоотдаче, ни в желании, ни в мастерстве. Я бы не сказал, что они нас в чем-то превосходили. В реализации они нас превзошли, в удаче, может, какой-то. Как бы это наивно не звучало, но это так. Даже болельщиков наших было слышно больше, чем местных.